многие педагоги приехали издалека, как там все это проходит. Это очень интересно узнать. Я так думаю, что очень много я из этого конкурса подчеркну для себя. Очень интересные презентации, очень много интересных таких технологий, которые можно использовать в своей деятельности. Конечно, я жду чего-то нового еще, пополнить свой багаж педагогический. И буду рада, счастлива обрести новых друзей. Будем, естественно, встречаться, переписываться, общаться. Я надеюсь на длительные, позитивные такие отношения дружеские. Когда работаешь в рамках своего детского сада, когда работаешь годами, и не меняешь место работы, немножко, можно сказать, глаз замыливается, и ты свою работу оцениваешь немножко с одной стороны. А здесь я вот посмотрела на своих коллег, скоро близится время моего выступления, и я так думаю, что я на свою работу, на свою деятельность посмотрю немножко с другой стороны. Что-то новое для себя открою, и я уже почерпнула несколько идей для того, чтобы уже привнести в свою деятельность в дальнейшем. Я бы хотела, конечно же, повысить свою педагогическую компетентность, то есть что-то, может быть, узнать у коллег, научиться чему-то новому в нашей профессии, услышать советы и оценку эксперта по поводу своей педагогической деятельности. Ну, я думаю, где-то, наверное, со стороны взглянуть на себя, на свои возможности, может быть, даже открыться с новой какой-либо стороны. Планирую сделать много открытий, узнать много нового. И с этим багажом знаний собираюсь уехать в свой родной город и обязательно поделиться этим опытом со своими коллегами. Пока открытие я для себя не сделала еще, но планирую, конечно же, взять для себя какой-то опыт использования новых технологий в связи с переходом на ФГОС в дошкольном образовании. Конкурс, прежде всего, мне кажется, это само по себе открытие большое, поскольку он позволяет человеку найти в себе те самые важные истинные качества, которые можно продемонстрировать коллегам, можно воплотить какие-то идеи вместе с детьми. И для меня это всегда открытие конкурса, это открытие. В первую очередь обмен опытом, показать себя, посмотреть других педагогов. И сам вот тот факт, что мы уже здесь, да, вот с коллегами, уже очень приятно, потому что, ну, я не могу сказать, что мы лучшие из лучших, но на сегодняшний день это так. За что-то для себя какие-то новинки брать, кто-то, может быть, что-то и от меня возьмет. Ну, это очень приятно побывать на этом конкурсе. Мне все интересно. Вот я сейчас вот ощущаю, вот как где-то куда-то приводит на какие-то мероприятия, да? Вот я тоже самое. Мне все интересно. Кого-то мне хочется потрогать, где-то мне все интересно, кому-то хочется аплодировать бесконечно. Ну, как-то вот, я думаю, конечно, открытия будут с каждой минутой, их все больше и больше. Здесь очень много молодых специалистов. Хочу поучиться у молодежи каким-то новым, может быть, технологиям, новым методам, приемам. Пока для себя я еще никакого открытия не сделала, потому что я думаю, все впереди. Сейчас только самое начало. Мы успели прослушать только 3 участников. Но я думаю, впоследствии, особенно на педагогическом мероприятии с детьми, тогда уже ты можешь увидеть более конкретно какие-то практические приемы взаимодействия, чему-то научиться, взять на вооружение, себе так галочку поставить и применять в работе. Я думаю, что это большой просто урок. Мы увидим опыт других педагогов, мы чему-то научимся, и пустыми мы не уйдем. Мы приехали сюда не просто соперничать, мы приехали сюда еще и поучиться друг у друга. И я хочу почерпнуть что-то новое, интересное, чтобы потом использовать в своей работе. Посмотреть, как работают в других детских садах, в других городах. Это очень интересно. На конкурс, конечно, было волнительно ехать, страшновато. Это вот нужно делать, проводить, потому что вырастаешь как-то вот не только духовно, но и какие-то приобретаешь знания. Думаю, что, наверное, мои коллеги тоже почувствуют себя выше и морально,
и в других во всех отношениях. Я очень рада, что я участвовала в этом конкурсе и посмотрела опыты коллег. Надеюсь, что коллеги возьмут что-то мое, то самое открытие, которое я сегодня хочу продемонстрировать. Ну, авторский конструктор из обычных пластиковых труб или труб ПВХ. Я увидела, как много все-таки в нашем крае достаточно серьезно подготовленных педагогов, новаторов в своей педагогической деятельности, и ощутила дух соперничества. Прежде всего, я хочу получить что-то новое для себя, какие-то новые технологии, посмотреть на опыт своих коллег. От конкурса я ожидаю бурю положительных эмоций, хочу найти здесь друзей и просто радоваться жизни хочу. Любого конкурса вообще всегда хочется новых контактов, каких-то новых знакомств, чего-то нового, интересного почерпнуть для себя, для практики, для работы. Это всегда. Ну и любой конкурс – это здоровое соревнование, и ну, это интересно, повышает свою самооценку всегда. Наблюдая, как выступают мои коллеги, показывают занятия, показывают мастер-классы, привести и поделиться со своими коллегами чем-то новым и принять в свою практику тоже вот это новое. Я приехала за опытом.